Говорит нам о посте в своей беседе после низвержения статуй. Как по прошествии зимы и по наступлении лета мореплаватель выводит в море свое судно, воин чистит оружие и готовит коня на сражение, земледелец точит серп, путешественник отважно вступает в дальнюю дорогу, борец слагает в себя одежду и приготовляется к борьбе, так и мы с наступлением поста этого духовного лета, как воины, вычистим оружие, как земледельцы, наточим серп, как кормчие, противопоставим свои помыслы волнам беспорядочных пожеланий, как путники начнем путь к небу, как борцы приготовимся к борьбе. Верующие есть и земледелец, и кормчий, и воин, и борец, и путник. Поэтому и Павел говорит: наша брань не против крови и плоти, но против начальства, против властей. Облекитесь во всеоружие Божие. Ефесянам 6 глава 11-14 стихи. Видел ты борца? Видел воина? Если ты борец, тебе надобно вступить в борьбу нагим. Если ты воин, тебе должно стать в строю вооруженным. Как же возможно то и другое вместе, быть и нагим, и не нагим, одетым и не одетым? Как? Скажу. Сложи с себя житейские дела, и ты стал борцом. Облекись в духовное оружие, и ты стал воином. Обнажись от забот житейских, потому что наступило время борьбы. Облекись в духовное оружие, потому что у нас жестокая война с демонами. Для того и должно быть нагим, чтобы дьяволу, вступая в борьбу с нами, не за что было схватить нас. Должно вооружаться со всех сторон, чтобы нам ни с какой стороны не получить смертельного удара. Возделай ниву твоей души, посеки терния, посекай, посей и слово благочестия, насади прекрасные растения, любомудрие, и с великою заботливостью ухаживай за ними. И ты будешь земледельцем, и скажет тебе апостол: земледельцу первому должно вкусить от плода. 2 Тимофея, 2 глава, 6 стих. И он занимался этим искусством, и поэтому в послании к Коринфянам сказал: я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. 1 Коринфянам, 3 глава, 6 стих. И застри твой серп, который притупил ты пресыщением, и застри постом. Вступи на путь, ведущий к небу, вступи на путь тесный и узкий, и пойди по нему. Как же ты можешь и вступать на этот путь, и идти по нему, изнуряя и порабощая свое тело? Потому что на тесном пути много препятствует тучности пресыщения. Укроти волны беспорядочных страстей, усмири бурю злых помыслов. Сохрани в целости ладью, покажи большую опытность, и ты кормчий. Для всего этого да будет у нас и поприщем, и учителем пост. Пост, разумея, не тот, который держит ноги, но пост истинный, воздержание не от пищи только, но и от грехов, потому что пост сам по себе не может спасти соблюдающих его, если не будет сообразен с постановлением закона. И борец, сказано, не увенчивается, если незаконно будет подвязаться. 2 Тимофея 2:5. Итак, чтобы нам, и совершив подвиг поста, не лишиться венцов за него, поучимся, как и каким способом должно производить это дело. Аминь. Господу нашему слава во веки веков.